Здравствуйте, дорогие сударыни. Середина октября, и, конечно же, у нас в Сибири неоднократно стукнул мороз. Но сегодня было минус 10. И, конечно же, мороз напрочь убил георгины. Мороз был и раньше. И подкучили мы немножечко георгины. А сейчас вот уже все. Трава пожухла. Ой, а какие они были красивые. Глаз не отвести. Ведь это же чудо. У меня раньше георгины никак не получались. А сейчас, посмотрите, и это всего из 5 или 6 клубней, которые я сохранила зимой. Ну, сейчас выкапывать приходится. Я выкапываю не все георгины, а только те, которые у меня на примете. Несколько сортов нужно оставить. А чё их много? Из одной деленки получается штук 10. Вот я так выкапываю, отряхиваю землю, маленечко ее обираю, не мою. И укладываю ящик вниз головой. Почему вниз головой? Для того, чтобы вот здесь вот на корневой шейке, если будет жидкость, то она будет стекать. А сверху этот ящик накрываю сначала картонкой, а потом полиэтиленовой пленкой. И вы знаете, прекрасно хранятся. Что нужно учесть при выращивании георгинов? У меня же они не сразу получались. 3 момента. Первый момент – это, конечно, хранение. Не должно быть излишней влаги и не должно быть чрезмерной сухости. Если вот сейчас отнести этот георгин в дом, да он подсохнет и ничего не будет. А если его не предохранить от влаги, которая сверху будет в погребе скапливаться, то тоже могут сгнить. Так вот, первый момент – это сухое хранение тех корнеклубней, которые вот мы сейчас выкопали. Сегодня выкопала, сегодня же в погреб испускаем. Второй момент – забег во времени. Это очень важно, чтобы георгины получили начальный старт. И вот из одной деленочки, а их тут будет не меньше 10, можно вырастить вот такой прекрасный корнеклубень. И вот у меня тут все посажено было, это все георгины. Ну зачем их все держать? Вот так обрезать, корни пусть гниют, а это компост. И третий момент, который позволяет георгинам прекрасно храниться, цвести и радовать. Трехкратная обработка борной кислотой во время вегетации. То есть чуть-чуть на кончике ножа, на ведро воды, буры или борной кислоты и внекорневое опрыскивание. И все, и я наконец-то могу себя порадовать георгинами. Я вам желаю всего самого доброго. До встречи.